Сегодня 15 мая 2014 года. Чемпионат Европы по бодибилдингу среди мужчин, женщин, юниоров и мастеров. Я Александр Тимошенко, портал islav.ru и Вугар Вердиев. Вугар Вердиев представляет какую страну? Азербайджан. Вугар, расскажи немножко о себе. Уже 24 года я занимаюсь бодибилдингом. Достаточно у меня за результаты. Чемпион Европы я стал. Призером мира стал, вторым сделали мне. В втором классе я третьим стал в 2011 году. Неоднократно чемпион республики я 15 раз выиграл в абсолютной категории. Неоднократно чемпион Закавказья в абсолютной категории. Что я могу сказать? Бодибилдинг – это моя жизнь, мечта. Вугар, да. Это жизнь твоя. Кто в этой твоей жизни тебе помогает? Можешь сказать? О, семья моя. Семья. Я их обожаю. У меня трое детей, дочка и двое сыновей. Они меня поддерживают во всем. Когда я выиграю, позвоню сразу им. Говорю, вы знаете, ребят, пап выиграл. Они мне говорят, что мы так и знали, что ты чемпионом стать. Даже ты не будешь чемпионом, для нас всегда будешь чемпионом и так останешься всегда. Они мои упоры, они моя надежда. Они для меня все. Я ради них, ради своей страны выступаю. И спасибо вам, российским атлетам. Я с ними давно дружу, они мне много я их знаю. Много моих друзей есть. Даже всем привет передаю отсюда. Очень приятно, на самом деле, твоим друзьям будет увидеть и услышать. Которые они со мной очень выступают. Но есть у меня друзья, которые вот с семьей мы дружим давно. У него тоже трое, я знаю. Они очень хорошие семьи. В прошлом году он со мной на чемпионате мира был. В принципе, не только он с Москвы, с Питера есть, который они со мной выступали. Всем отсюда привет. Саша Козуев есть в этом списке? Козуев, естественно. Он же со мной несколько раз выступал. Да. Мы друг друга очень жаркие были у вас встречи на подиуме. Да. Мы же давно знаем друг друга. Не только он. Александр есть, который. И много есть, которые. Извините меня, просто я забыл, сейчас такой придет. Они тоже. Да, такой выхватили тебя из контекста. Да. Ну так, что могу сказать? Форма всем какая у тебя? Форма у тебя, как самая оцениваешь? Не знаю, что я могу сказать. Форму пусть судьи оценки дают. Ну, на мой взгляд, прекрасная форма. Ну, спасибо. Ты хочешь быть чемпионом? Прямо это видно. Сегодня по запалу, по твоему. Это мой день. Я вот мой тренер. Вы его хорошо знаете. Рауф, да, мы столько сидели вместе сейчас буквально. Да. Он во всем нас поддерживает. Он для нас старший друг. Для меня старший отец. Клянусь, я вам так и говорю. Потому что то, что он делает для бодибилдинга в нашей стране, никто другого такого человека не будет. И не знаю, кого не будет после него, кто придет. Большое-большое спасибо вам. Это такую теплоту, не знаю. Вугар, ты сегодня просто на таком позитиве сумасшедшем, что ты обязан просто завоевать золотую медаль, да. Таким позитивом. Да, да, да. Я знаю тебя немножко, ты обычно угрюмый какой-то бываешь. Бывает, что а сегодня ты явно не угрюмый. Сегодня ты прямо на какой-то волне, на гребне волны скользишь куда-то к своей удаче, да? Да, да. Так получается? Бывает, да. Пить хочешь, да? 100%. Но не будешь пить? Нет, не будешь. Нет. Ты будешь крепкий мужик. 100% я, да, не буду пить. Итак, Вугар, да. Я не буду больше занимать твое драгоценное время, я дам тебе отдохнуть. У тебя еще награждение, я так понимаю, которое ты должен пережить это награждение. И сегодня хотелось бы, чтобы ты был победителем. Спасибо вам большое. Давай, дружище. Спасибо, добрые такие слова. Спасибо, поддержку. Всем россиянам привет. Давай, дружище, будь здрав.